Ой, не знаю. ППшки 762 на 39. Четвертый класс нынче вообще не берут. А, лежит дурачок. Рикошетную. Что такое? Кажется, ты умер, чел. Сзади? Это что было? Попадание, походу, сзади было. Да, только я не поняла, где, не поняла, сзади, как. Сзади, сзади. На холме. На холмике сзади. Неподалеку прям. Кто-то нам попал, но... гранатка. Блин, снайпер на меня. Да. Блин, снайпер. Снайпер, снайпер. Этот пикает. Бежит, бежит, спускается. Сел там, ждет. Убил типа. Да. Ботик тебя из кустов стреляет. Убил ботика. Вдоль скалы минус ЧВК. Наша сторона? Да. А, я же вижу. Есть. Да, вот, но у него винторез с магазином 20, он просто весь отстрелял походу. А потом заряжался. Главное, наушнички. Говорят, винегрет хорошо похмеляет. Огурцы снимают головную боль, а фасоль выводит токсины. Собирай, конечно. Я в карманы положила. Я забыла, да, что так много. Я что думала, что как обычно. Сел такой. А, бля. Чисто в глаз попало. Пошли у танка, посмотрим, может, бота будет. Велка! Куда перекинуть? Пристегните ремни! Скоро взлетаем! А, все-таки вас там тоже нахлынули, да, морозы, наконец-то? А то у вас в Новый год плюс 15 было. Конечно! Да? Может быть, стоит строечку подлутать на наличие присадки? Чё думаете? Минус сервак? Что, простите? Ладно. В
принципе, ну, здорово. Два типа передо мной. Сколько их тут? Никуда не уходи. Надо квест гренадера сделать заодно. Не получилось квест гренадера. Работаем, бля, работаем, бля, в лобби, бля. Нихера себе М-ка. Топ сборка М-ки. Вторые уровни так-то. Ни хрена это не Бэмби. Да какие это Бэмби? Это фулки, блин. БСки? Куда я попал? Тут не было 45 метров, наверное. Ой, не было. Так, где там? Да, конечно же. Слишком близко. Вы хотите сказать, что... Что? Может, он пошел ее открывать? А что внутри? Вроде он там где-то за углом. Чисто вроде.
Ёб твою мать, это что такое у тебя? РПДХ? ТВЛочка, блин. Не, чё, чат, он сам виноват. Не прочекал, блин. Попался бегунок. Стопнул, поехали. Блять. Ты здесь, что ли? Я думал, он позади меня. What the fuck? Я ходить не могу. С винторезом, ё-моё. Ё-моё, тут типы, конечно. Понятно, поехали. Мужики, поехали, бля. Аня, за что? Я жду, массаж тебя прилетит на выход. Чуть не убила меня. Что это за прицел? Да что-то я, по-моему, перебор поставила. Что ты поставила? Интересно. Шань, давай смотри свою оптику. Там на таможне бегает кто-нибудь, нет? Слушай, убитые боты на пулике. Так, я попробую это сейчас распекать аккуратненько. А, так вообще все черное. Тихо, да. Сверху. Двое спускаются. Трое. Четверо. Попал, да. Ой, не знаю. ППшки 762 на 39. Четвертый класс нынче вообще не берут. А, лежит дурачок. Кто-то по улице подбегает. Сучка, перезарядился, успел. Почему звука не было, как он достает гранату и чеку выдергивает? У него еще одна граната есть, чат. Рикошетную.
Что такое? Кажется, ты умер, чел. Там наливняк правый поставим. Пробуем. Сзади, чел за мостом. Бил. Кажется, нет. Адарка. В двери стоит бот. А, он за дверью стоит. Или в двери, не пойму. Или он закрыл за собой дверь. Нет, с фонариком. Бегает где-то. Вдалеке пулеметчики тоже убиты. Ставлю наливняк. Ай-яй-яй, вот щевок. Первый этаж ангара. Okay. Слушай, попал. Чё? Он кашляет. Ты гранату, походу, зацепил его. Он кашляет, как будто сдох. Может, и сдох. Идем пробовать. Поджимать. Нет, ходит, 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 ходит. Штаныч. Вот это? Да, это к нему идут, значит, возможно, подбираешь. Бот к нему идет, бот к нему идет. Угу. Сейчас проверим. Не, он сдох, это я гранату отвечаю. Пойдем туда. Угу, лежит. Курябчик, 104-й калаш. Ну это он. Кто-то ходит у нас сверху над нами. Странно бегает. Да, что это, чувака? Это по нему, да. Это крыша, я не пойму, или что это? Не знаю. Я в двери. Сумку лутает. Хорошо. Ты а что, мажешься? Нет, это он на втором, значит, над нами, наверное. Гранату достал. Граната. Да, он на втором. Да, на втором. Еще грену достал. Убил его, кажется. Да, 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 да. Убил. Это тут скидывал. Ну, кстати, неплохой спаун для меченки. От разрушенного дома, конечно, быстрее туда они могут домчаться. Но я буду второй. Попался? Жулик, поля. Это он вылазил уже или залазил только туда? Интересно. Кстати, достаточно меткий.
Да, залезать супер геморно. В кавычках. Так, дырочка. Что еще? Ключница, кстати. Ключница, найс. Вот ее бы продать. Вот это было бы прям гораздо лучше. До сих пор не зафиксили это. Подожди, мне показалось, или у нас река в коллекторе? В натуре. Так сейчас мы можем сразу рестартануть тогда. Чё, родники, все, все в порядке. Все трюки выполнены профессионалами, не волнуйтесь. Ой-ой-ой, братанчик. О, слышите, они все еще стреляют там ботов где-то. Блядь. Как же удобно тут сделали для крыса. Выход в опене. Сидишь, стреляешь. Кайф. Уже получается, считай, один выход там и один выход с другой стороны. Безопасная комната — это с ключом. Дыра в заборе — это без сумки. А дыра в заборе — это где? С той стороны получается, да? Я туда успею добежать? По сути, мог бы успеть, кстати. Если бы у меня вода была полная. За 2 минуты его и не знаю. Но это же пипец как мало. Опущенцы. Давай, 10 секунд, 8 секунд. Не, не успели. Ай, суки. Ну хоть им заруинил катку. Это он бежит уже сюда. Нахер. Походу он без ПНВшки. И он даже не с СВДшкой. Может, он убил СВДшника?
четвертый. Гречка. Русский челикс. О, ПНВшка. Сюда. Из чего, блять, у вас деревенские заборы сделаны, что его 80-й патрон 72 на 51 не пробивает, блять. Как сказал бот, четко, заебись. Он даже, сука, его не коцало через этот забор. Грудная клетка, спина. Ой, БСГ, что ж вы нахуй вертили-то? Грудная клетка, спина. Ну, FPS. Вот где ваш FPS, чат.